Знать правила дорожного движения должен каждый. С такого девиза начался открытый урок по безопасности дорожного движения в Люберецком детском саду «Белоснежка». На этот раз не только представители правоохранительных органов объясняли правила поведения на дорогах, но и сами дети вместе с родителями создали настоящее представление о ПДД. Детский развлекательный клуб «Светофорик», который создали родители воспитанников этого детского сада, существует уже второй год. Здесь дети играют и проводят время с пользой. Подобные мероприятия проходят раз в два месяца, а результаты не заставляют себя долго ждать. С того, что мы начинали два года назад, они не знали минимум. Сегодня они знают многое, и даже вперед взрослых уже начинают кричать все правила дорожного движения. Мы можем сидеть и где-то там, я, например, у меня нет машины. Я не знаю, а она знает, потому что мы читаем книжки, мы смотрим всякие интересные отечественные мультфильмы. Герой мероприятия стала Баба Яга. Именно ее дети учили, что нельзя играть на проезжей части. Нужно переходить дорогу только на зеленый свет, а автолюбители должны уступать полосу спецтранспорту. Ведь от этого может зависеть чья-то жизнь. Светофорики и пешеходики, а именно так назывались две команды родителей и детей, придумали новый дорожный знак «Дети на каникулах». Собрали дворовую площадку из конструктора и пели песни. В рамках такого необычного интересного урока сотрудники правоохранительных органов напомнили не только о правилах, но и о необходимости обязательного ношения фликеров на одежде. Световой день каждый день уменьшается, темнеет, пешеходов в темной одежде не видно, поэтому, конечно, мы озабочены безопасностью детей. Поэтому каждый ребенок сегодня получил, не только ребенок, но еще и мама получила в подарок небольшие сувениры. Это световозвращательные элементы, которые необходимо носить в темное время суток для своей собственной же безопасности. С подобными наставлениями сотрудники полиции посещают не только детские сады, но и школы несколько раз в неделю. Каждый инспектор отдела ГИБДД закреплен за каким-либо образовательным учреждением. Он проводит там беседы, лекции, а в летний период уроки на транспортных площадках, где на практике демонстрируют правила дорожного движения. Мария Антонова, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.